В Бельгии автомобиль на большой скорости пытался въехать в толпу. Машину остановил военный патруль. Нападавшего, гражданина Франции, задержали. В салоне авто правоохранители нашли ружье, пистолет и холодное оружие. Инцидент произошел на оживленной улице города Антверпен. Мэр города Барт Девевер уже заявил, что полиция предотвратила теракт. В городе введен режим повышенной антитеррористической готовности.